Качественный толчок в подготовке конкурентоспособных специалистов. Теперь лаборатория колледжа укомплектована новейшими образцами техники, которые ежедневно используются в агропромышленной сфере. Работа с таким оборудованием поможет студентам не только в теории, но и на практике получить полезные навыки, а также изучить все тонкости и сложности будущей профессии. Что позволяет выработать этот симулятор? Какие навыки? Чтобы не было орехов, не было пересева. В лаборатории провели ремонт помещений, а также приобрели тракторы, косилку, пневматические секаторы, платформу для обрезки сада и сбора урожая. Всего из федерального и регионального бюджетов, а также собственных средств колледжа на эти цели израсходовали 51 миллион рублей. Нет никакой необходимости где-то работнику тянуться, перевешиваться. Вот, достаточно протянуть руку и произвести нужные средства. Также здесь остальные работники могут работать ручными секаторами, затрачивая минимум усилия. В этом здании у студентов будут проходить лабораторно-практические занятия по выбранным направлениям. Ребята будут заниматься обслуживанием, управлением и ремонтом сельскохозяйственной техники, проводить анализ почв и погоды. Дети, те, которые мотивированы, могут всему научиться и освоить программу полностью. То есть это оборудование современное. С точки зрения эстетики оно очень привлекательно. И дети любят, когда красиво, все чисто покрашено. Ну и само требует это культуры определенной. Поэтому наша задача научиться культурному обращению с инструментом. Техника безопасности. За последние несколько лет мы открыли в Курской области 33 новых мастерских. Направления самые различные, от кондитерского дела и ресторанного сервиса до обслуживания по грузовой техники и геодезии. Всего в этом году в Курской области откроют 6 мастерских. Диана Горянова, Сергей Дорохов. События дня.